Это машина скорой помощи для деревьев. Вот уже 5 лет она ездит по Удайпуру на севере Индии, чтобы помогать городским растениям. Проект запустила местная некоммерческая организация. Она набирает волонтеров, которые сажают деревья у дорог. Машина скорой помощи для деревьев везет все необходимое, а также 3 добровольцев, которые посадят молодое дерево, удобрят его и установят вокруг заграждения. После посадки волонтеры постоянно следят, чтобы заграждение было целым. Они также поливают деревья. Этот проект помогает озеленить город. Также люди смогут посидеть в тени деревьев, и это тоже замечательно. За 5 лет волонтеры посадили 5250 деревьев.